совершенно справедливо. И вот на примере, скажем, Хэни Лаутелла можно посмотреть, как работает Ирина Юрьевна. Вот 5 арбитров сидит на оценке техники исполнения. У Хэни Лаутелла было 3 оценки 9.60, 1 оценка 9.70 и 1 9.45. Ее автор Ирина Липарская. Такой вот не самый, наверное, обнадеживающий факт. Но у нас вновь на ковер выходит Елена Азми. Ну и завершая разговор о конкретике в этом самом судействе, скажем, что Нина Шибаева работает на как раз других двух видах, но тоже на технике исполнения. Так вот, ее оценки выше, чем среднему арбитру. Скажем, у Ирины Полидору было за технику 2.960, 1.970, и отсечены были, как это бывает всегда, две крайние оценки. 9.50 поставлены израильским арбитром и 9.75 поставлены Ниной Шибаевой. Ну и уж совсем последнее слово о судьях. Увы, вновь в числе арбитров голландский арбитр. Честно говоря, я очень хочу посмотреть этой женщине в лицо. Это та самая судья, которая поставила Яне Батыршиной за технику исполнения одного из упражнений 9.60. Сегодня вчера это был, конечно, ужас, когда загорелась эта оценка и была со всеми судьями. У всех было 9.9, 9.95, вдруг 9.6. Это была большая неожиданность очень. Я думала, она получила наказание какое-то. Ну... Но...